почему Дмитрий Сычев перешел в казахстанский Акжетпес? Акжетпес, хотел сказать. Сағат 19-да Көкшетау мәдени сарайында өтетін қазақ әзіл қара шаңыраққа атанған. Половину карьеры Дмитрий Сычев провел в офсайде. Что вообще такое офсайд? Он всю жизнь играл в видеоигры на каком-то сайте. Выкидывают кучу овса, и потом и футболисты его едят. Идти не может! На месте стоит вся страна! Шоу! Опа! На пике карьеры Сычев предпочел футболу, ночные клубы и диджейский пульт. Зачем? Девушки пусть к нему приходят красивые домой. В футболе это ничего знать не надо. Это просто мяч и забивается, это и все. Крутить так это еще надо знать, как, там какие это тост. Полный неуд. Что-то я не пойму, откуда звук-то, а? Из усов, что ли? Что бы на его месте выбрали вы, ночные клубы или футбол? А можно этот вопрос к Веронике? Все, взять и бросить ради какого-то диджея и девочек там, и пьянки, это просто как бы ужасно. Здесь за барной стойкой я иногда провожу скучные вечера. Так он выходит на полицию. Все-таки футбол важнее какой-то там тусовки. Акжетпес. Полный неуд. Акжетпес. В футболе это ничего знать не надо. Так, это еще надо знать, как там какие это то. Только начал. Полный неуд. Все-таки футбол важнее какой-то там тусовки.